Бабак! Всем привет, добро пожаловать! Меня зовут Игорь Знаменский, спасибо, что добрались до моего канала. Сегодня мы вместе смотрим вторую серию знаменитого баскетбольного сериала, который называется Game of Zones. У нас пацаны из Skyhook перевели его как «Игра подборов». Мы будем, собственно, смотреть их версию, их перевод. Но я буду объяснять и игры слов, которые там будут возникать. Такие они достаточно сложные, их действительно как бы в оригинале гораздо проще понять. И плюс особенности, как бы, которые заложены, всякие мемы, всякие истории, всякие вот эти вот, ну, как бы, просто отсылки, прикольные пасхалки, которые заложены в этот сериал. Там, на самом деле, очень много чего намешано. В первой серии я постарался, как бы, большую часть этих эпизодов как раз рассмотреть. Получилось, по-моему, достаточно интересно. Ну и, в общем, давайте вместе смотреть серию номер 2. А, соответственно, повторюсь, у нас это видео нам предоставляют пацаны со Skyhook, с канала Skyhook. Поэтому к ним перейдите, они отличные, подпишитесь обязательно на них, они дают отличный годный контент. В общем, погнали смотреть. Здравствуй, hello, старый друг. Сэр Дуэйн, добро пожаловать в медиа-отель. Тебе нужно сообщить о травме. Похоже, лошадь выбыла навсегда. Кстати, про вот это вот право, лошадь выбыла навсегда, как бы, ну, очевидно, что лошадь выбыла, да, достаточно надолго, учитывая то, какие у нее травмы, но имеется в виду вообще слово indefinitely, которым обозначается любая травма за пределами того, что чувак там подвернул голеностоп. Типа, как бы, что-то там, короче, с коленом как-то странно вывернул, может быть, растяжение, а может быть, и просто ногу ему оторвало, но это пусть будет indefinitely, на неопределенный срок. Это такая, как бы, такая, типа, баскетбольная, не то чтобы баскетбольная шутка, но это особенность, чтобы, как бы, не углубляться в подробности 6-7 месяцев, 4-6 месяцев, 5-6 недель, как бы, indefinitely, а потом уже ближе к концу обязательно определим. Видел этот знак раньше. Да, это же задержка руками. Ну и, соответственно, задержка руками, имеется в виду, естественно, хендчекинг, это правило, которое было не то чтобы отменено, оно просто претерпело изменения в последние годы, и то, на что жалуются очень многие как раз топовые игроки вот недавнего прошлого, говоря про то, что типа, ой, типа в современной НБА, где хендчекинга нет, где ты можешь только одну руку своего соперника перед собой держать, а раньше можно было типа чуть ли не вот так вот его обнимать, мы бы типа набирали бы там по 40, по 50 очков за игру. Как правильно говорил Коби Брайант, что как бы это все, конечно, полнейшая брехня, и если бы даже его опекали бы тремя руками, защитник с тремя руками, было бы пофигу. Пока под кольцом нет подстраховки, он бесстрашен и он уничтожает. И как бы, ну, как только, да, отмена вот этой зоны защиты, соответственно, можно делать все, что угодно, поэтому люди прибегают со всех сторон помогать, сдваиваться, страиваться на игроках. Вот это главная сложность для нападающего игрока, а не хендчекинг. С момента травмы лошади мои птички из Торонто стали бесполезными. Они просто повторяют одно и то же. Джордан величайший в истории! Что бы это ни было, оно распространено. Кстати, Mill of Woki, да, команда Милоки, Mill of Woki. Mill это как это, ну, мельница, да, мельница из Woki, ну, так. Распространяется. Дуэйн, мы отправляемся в Милоки. А, ну и, кстати, с, вот, ну, как бы, Брайан Уиндхорст, да, то есть, как бы, почему? Ну, такая шутка достаточно простая, но, соответственно, у него фамилия Уиндхорст. Звучит как, ну, ветряная лошадь. И вот он говорит, типа, я тебя доставлю со скоростью ветра, потому что я лошадь. Уиндхорст. Вот такое. Янис, давай быстрее! На нас напали! Вот это вот, ну, как бы стартовая тема, обыгранная, да, как бы на старого рода инструментах. Это же заставка, как бы, насколько я помню, из ESPN, вот эта стартовая тема. Я просто, ну, естественно, матчи эти комментирую. Мне очень часто попадаются трансляции ESPN. И там перед началом, перед стартовыми пятерками, красивенько. Ну, послушайте. Это вот просто такой, как бы, типа, вариант, сделанный под средневековье. Добро пожаловать на чрезвычайно специальный выпуск «Внутри королевства». Inside the NBA, соответственно.
Уважаемые мастера Медиадели. О, это были, ну там был Билл Симмонс сидел и Стивен А. Смит. Два очень разных и два очень интересных журналиста. Справа Зак Лоу, слева я вот, ну, не помню, не знаю. Мне, наверное, блин, кто-то похож, похож на Джона Берри, не знаю. Я рад представить вам сэра Дуэйна Уэйда и его прослушивание для получения журналистской аккредитации. Сегодня сэр Дуэйн доложит нам о травме лошади. Дуэйн, как это повлияет на дом Рэпторс? Это плохо, очень-очень плохо. Как жаль, он был их краеугольным камнем. Сейчас даже больше, чем раньше. Тут как бы шутка в оригинале, она звучит, он был их глюгай. Ну как бы я на самом деле так в трансляциях стараюсь и говорить. То есть как бы есть игроки, да, типа глюгай, игрок клей, то есть который склеивает все, что команда создает. Какой-нибудь там, не знаю, блин, Дреймонд Грин, какой-нибудь Марвин Уильямс. То есть игроки, которые как бы хорошие, но они занимаются тем, что они в основном подчищают за своими партнерами и действительно соединяют то, что есть. И вот как бы шутка, типа, как бы, ну, лошадь — это глюгай, как бы, да. А Шаг говорит, типа, что, ну, сейчас даже больше, чем, ну, как бы, чем раньше, потому что она вся разделена на части и, соответственно, как бы склеена. Вот, достаточно жестоко. Секунду, я не закончил. Это плохо, потому что сэр Джордан и вся команда мечты вернулись и собираются уничтожить наше королевство дом за домом. Что ты делаешь? Просто закончи. Слушай, не в обиду Джордану, но он уж слишком старый. Никто не молодеет, не так ли? И давайте будем реалистами. Чак может вернуться только ради фуршета. Шакил Унил, которому необходимо, ну, так или иначе, когда-нибудь вставить шутку про то, что Чак толстый и про то, что он не следит за собой, как бы. Но Чак прикольный тем, что он как бы это признает и такой, типа, ты меня это вообще нисколько не трогает. И он его обязательно как-нибудь подколет так, чтобы у Шакила тоже жопу подорвет. Да, ну в этом все и дело. Они все снова в прайме. Но это же просто абсурд! Как это вообще может быть возможно? А, тут прикол, это Стивен А. Смит, самый богатый теперь уже, да, самый высокооплачиваемый журналист в Америке, который кричит и над ним шутит постоянно, что он перед каждым выпуском открывает словарь самых сложных, самых длинных слов и такой типа, так, вот это вот «припоустерис», чего-то там «толстерис» и вставляет просто в свою речь, как бы, ну то есть никто не понимает, что это такое за слова, он сам скорее всего тоже не понимает, что эти слова обозначают. Но, как бы, звучит прикольно. Здесь, как бы, вот в оригинале, послушайте. This is demonstrably preposterous. How could that possibly be conceivable? Вот, просто издевается над тем, что чувак вместо того, чтобы говорить, ну, то есть его работа — говорить громко и иногда непонятно. Но вот, в общем, он выполняет и то, и другое, и за это получает огромные деньги. Ящик душ. Ой, чушь. В моем отчете сказано, что ящик душ был разрушен в Бостонии. Джеки Макмаллан. Ящик душ. И она говорит, послушайте, что она говорит, первое слово. Оу, oh, хуй. Ну, то есть, Джеки Макмаллан очень крутая тетечка баскетбольная, она следит за баскетболом как бы дольше, чем мы все, опять же, даже живем. Она очень крутая, она очень долго этим всем делом работает, она супер глубоко многоуважаемая. И тоже отмечается вот такими вот какими-то нестандартными высказываниями. Вот это вот высказывание, вот эта маленькая фразочка, которая очень похожа на что-то, что нам очень знакомо, используется ей не то чтобы часто, но периодически. И вот они решили вырезать это, вставить туда. Ой, чушь. В моем отчете сказано, что ящик душ был разрушен в Бостонии. Да, и этот момент на 19-м месте в истории Бостонии, а следовательно и в истории баскетбола. Это Билл Симмонс, и он... Это одна из его главных вообще фишек. Это то, что он постоянно делает, он обожает это делать, он обожает составлять самые разные хит-парады. То есть ты называешь любого игрока, говоришь... Не знаю, Зак Лавин говорит, о, Зак Лавин, это, ну, это топ-43 по моему рейтингу. Ресторан там, крабы на ногах, о, этот ресторан топ-12 из всех, что я посетил за последнее время. Вот это молоко, но я максимум его в топ-7 бы поставил, конечно, за прошедшую неделю. Он все время, у него всегда есть ответ на вопрос, кто. Не просто он говорит, типа, там, образно, топ-15, топ-50, такие крупцы, у него всегда, то есть... Типа Коби Брайант, но он у меня топ-14 вообще прям безоговорочно. И вот как бы, ну, и прикол, что он говорит именно, что топ, ну как бы этот момент, да, там сколько он говорит? Бостонии. Да, и этот момент на 19-м месте в истории Бостонии. То есть это момент, да, именно на 19-м месте в истории Бостонии. У него все моменты расписаны, каждый из них расписан, естественно. И как бы, ну, так как он болеет за Бостон, он болеет за Селтикс, для него только эта команда существует. Он говорит, что типа, ну раз этот момент 19-й для Селтикс, значит 19-й для всего баскетбола NBA, потому что, ну, кроме Селтикс, другого баскетбола NBA больше никогда не было. И он до сих пор говорит, что величайшая команда в истории баскетбола — это Бостон,
такого 85-86 годов, по-моему. То есть, как бы, не Чикаго, не там Golden State, а это именно эта команда. Хотя он признает величие других, да, но говорит, типа, я их помню, поэтому, типа, все, они для меня мечта детства. А следовательно, и в истории баскетбола! Сила ящика душ не в ящике, а в осколках. Это был обычный пот. Нет, в осколках. В фрагментах разрушенного ящика душ. Он сделан из оригинала. А тут, короче, я прочитал тоже. Это, ну, типа, краткая история баскетбола и появившийся доктор Джеймс Нейсмит. Вот его, зовут Ней Смит. Да, какой-то там кузнец Ней. То есть, как бы, ну, а это доктор Джеймс Нейсмит, который создал баскетбол, собственно. От старта баскетбола, где написано, начали играть только черные люди, да, там какие-то черные люди с какого-то, вернее, белые люди с какого-то леса, а потом уже начали появляться черные люди, которые стали захватывать игру. Очень твердое дерево из Джорджии. Джорджия! Должно быть, Джордан получил осколки вместе с Терри Розиром. Вот почему он так много заплатил. О, чушь, Брайан. Я позвоню в ФАС. Где твои доказательства? Боже, а вот и получеловек. Лошадь. Что насчет такого доказательства? Это Дэн Майерли? Кажется, это Рекс Чарли. Кто это? Это Уолли Щербек! Нет, не может быть! Почему нет? Потому что я Уолли Щербек! Прикольная тема, что они перечисляют игроков белых, ну таких как бы хороших ролевых белых игроков, которые как бы, ну где они играют, их помнят и даже, может быть, любят, но они, конечно, никакого значения для истории баскетбола не имеют. Дбейт, почему нет? Потому что я Уолли Щербек. Я думаю, это Том Гуглёта. Нет, я Том Гуглёта. Это не ты, ты Боб Сура. Точно. Это Крис... Боб Сура, кстати, был очень прикольным игроком. Вот сейчас один хайлайт вставлю, вам понравится. Или не понравится, не знаю, ну ладно. Кристиан Лейтнер. Точно. Был Dream Team. Это все-таки есть Кристиан Лейтнер. Ну, то есть, да, я действительно, я оказался действительно прав. Кто еще? Какой еще белый чувак мог быть из той Dream Team 92? Ты хочешь сказать, Dream Team вернулась? Я просто не вижу проблем, это история века. Да, но это будет последняя история. Сэр Джордан ищет возможность навсегда закрыть дебаты о том, кто на самом деле величайший из величайших. Он идет за мной. Нет, Пол, истина. Он идет за Леброном. Эй, не ешь мой хлеб. Люди каждого завоеванного им города начинают безмозгло ностальгировать без каких-либо чувств в современной игре. Мы уже потеряли Торонто. Что? Нет. Так же, как и Милуоки. Подожди, это же лучший дом в королевстве. Так же Детройт и Чикаго. Окей. Ну, как Лавин достаточно хорош. Вообще-то нет. Нам нужно построить гребаную стену. А это, кстати, отсылка к самой яркой фразе, которую когда бы то ни было произносил Стэн Ван Ганди, бывший тренер Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, который как-то раз просто крикнул своим полням, типа, build a fucking wall, типа, просто постройте перед соперником эту гребаную стену. We just form a fucking wall! Бесполезно. Нет ни одного дома в королевстве, который сможет победить Dream Team. Ты прав. Вот почему это надо построить. Леди и джентльмены Медиадели, нужно провести всеобщее голосование немного раньше в этом году. Спасибо всем, что пришли на это экстренное всеобщее собрание. С этого момента вы все должны узнать об угрозе, нависшей над королевством. Без всякого шума я объявляю членов СУ... Какой прикольный логотип, да, сделан такой стилизованный под старое дело. То есть даже вроде какой-то баскетбольный мячик есть и цвета те же самые. Ну и, соответственно, Адам Сильвер в центре стола, комиссар НБА, если кто-то не знает. Супер-супер дома, также известных как рыцарей круглого меча, выбранных мастерами Медиадели. Вы, блин, серьезно? Медиадели? Что, не знаю? Конечно, блогеры выберут. А как президент гильдии рыцарей, я думаю, решение должно быть принято нами, рыцарями королевства. Была такая тема несколько лет назад, когда на матч всех звезд как бы решили даже устроить это вот такое вот как бы трехфазное голосование, когда голосуют журналисты, болельщики и сами игроки. И как бы, ну, потому что у всех есть вопросы к журналистам, потому что журналисты некоторые, они просто обязаны голосовать за
игроков своих команд, к которым они представлены. Просто потому, что иначе они могут потерять аккредитацию. И как бы, ну, если ты там, блин, работаешь в Детройте, и ты плохо пишешь про Детройт, ты не будешь писать про Детройт. Там, в этом плане коррупция такая там тоже есть. И в итоге решили устроить такое трехфазное голосование, которое тоже ничем хорошим не закончилось. Там болельщики, понятно, что они выбирают своих, они там могут выбрать Алекса Карузо выше там условного Энтони Дэвиса, потому что Карузо прикольный. Но, как выяснилось, самые просто безумные, чокнутые по результатам голосования это не журналисты, не болельщики, а именно игроки, которые просто наголову отбиты. Я не уверен, что это мудрое решение. Так было раньше, сейчас эра рыцарей. Дайте нам проголосовать, или мы не будем участвовать в ваших сражениях. Окей, ладно, но отнеситесь к этому серьезно, пожалуйста. Так, еще один голос за Джамала Кроуфорда. Ну, потому что Джамала Кроуфорда все любят. Ну и что, что ему 40 лет, он не может попадать в кольцо, как он это делал раньше, и не защищается, через него забивать проще. Ну, он такой прикольный, он такой дриблер, у него классные кроссоверы, он прикольные мячи забивает, он там в последнем своем матче там за Феникс там очков 50 набрал, что-то такое. Ну, как бы это же, ну, это же круто. Иисус Шаттлсворт, еще один голос за Мела. Еще один голос за Винса Картера, которому 42. Круто. Вообще-то мне 43 уже. Только взгляните, все три за Пламли. И снова. Три Пламли. Ну, потому что есть три брата Пламли. Мейсон, Маршалл и Майлз. И они вот, видимо, все друг за друга голосуют, чтобы попасть на этот матч. Джамал Кроуфорд. Слушайте, если вы не отнесетесь к этому всерьез... Я отнесся к этому серьезно. Ты проголосовал за Алина Айверсона. Он... Лоу Уильямс 5 раз написал самого себя и добавил Алина Айверсона, который уже закончил карьеру, потому что он был его ментором. И, кстати, Лоу Уильямс сам ментор для многих игроков, там, типа Джеру Холлида и там еще кого-то там помоложе. Не может больше сражаться. Как вы можете так не уважить Айверсона? Один из вас даже проголосовал за Майкла Джордана. Эй, сэр Джордан был в свое время неостановим! Да. Это очень прикольно. Ну, то есть, это максимальный стёб над тем голосованием, которое было, по-моему, в 2016 году. Была написана даже статья, в которой было сказано, что, скорее всего, эти 6 человек проголосовали сами за себя, хотя у них не было там никакого абсолютно как бы, ну, никакого шанса, что они попали бы на такой матч всех звезд. Ну вот, была прикольная статья, которую написал один из писателей на SB Nation. Он написал, что игроки, которые получили ровно по одному голосу на матч всех звезд, и, скорее всего, это они проголосовали за самих себя. Нерлэнс Ноэл, Джеральд Грин, Кентавиус Колдуэлл Поуп, Марио Хизони, Коста Куфас, Кэмерон Пейн, Лэнгстон Галлоуэй, Люк Кеннард. Может быть, за них голосовали, конечно, их партнеры, как бы, чтобы улучшить их настроение, там, как бы, все это объясняется, но все равно это, ну, как бы, ну, то есть, это максимально тупо, потому что там реально голосовали не за самых сильных игроков, за такой, а за тех, кого они больше всего уважают. И не обязательно, что этот игрок хорошо играет в этом сезоне или вообще хорошо играл в последние годы, или вообще даже играет в NBA. Сэр Джордан был в свое время неостановим! Да, мы в курсе. В этом причина, нам нужно победить его. Ну что ж, удачи! Может, стоит дать проголосовать крикунам? Да! У нас уже был эксперимент с голосованием крикунов за последнее место в составе. Давайте просто признаем, что это было ошибкой. А кого они выбрали? Рассел Уэсбрук. Давайте просто признаем, что это было ошибкой. А... Ну он же должен был быть самым стильным, самым крутым нам чуваком. Кого они выбрали? Тако Фола. Чёрт! Что это была ошибка? Ну Тако Фола все любят, мне кажется, даже из России за него голосовали, потому что он такой классный. А вдруг он да, и в старте матча всех звезд против Алекса Карузо, ой, была бы битва. Okay. А кого они выбрали? Тако Фола. Чёрт! О, все норм, чувак, ты все еще мой величайший. И пока мы все согласны, что любим Тако, мы также можем согласиться. Леброн, кстати, да, он же сначала, помните, когда был финал, первый финал между Golden State и Кливлендом, 15-й год, они взяли два матча из трех первых у Golden State, и Леброн, типа, у него было особое отношение к Мэтью Деловидове, он говорил, типа, Деловидове, ты там со мной в автобусе сидишь, больше ты, типа, не бежишь за автобусом, а сидишь с нами в нем, короче, там, ездить будешь с нами, соответственно, в самолете лететь, а не там на поезде, на плацкарте, что-то такое, ну, в общем, да, особое отношение, теперь к Карузо, потому что, ну, хороший игрок. Мы не хотим, чтобы Тако защищал королевство против Dream Team. Как вы смеете так не уважать Тако? Вау! Окей.
Тако, ты хочешь сражаться против Dream Team? Не совсем. Замечательно, спасибо. Можешь присесть. Я уже сижу. Послушайте, это не просто битва. Если мы Еще. Тем? Замечательно, спасибо. Можешь присесть. Я уже сижу. Блин, ну про него истории просто офигенные. Я много историй всяких прочитал перед началом его карьеры. Про то, сколько ему там нужно кушать. Про то, что там люди с ним фотографируются. Он становится просто реально. Ну, во-первых, очень хороший чувак. Он очень добрый, очень позитивный, очень умный. И прям одно удовольствие находиться с ним рядом. Как писали все, кто был к нему представлен из Бостона. И что там он сидит в ресторане. То есть он сидит все равно, он выше даже там. Ну, он сидит, он выше, чем там проходящий мимо официанта, официантки. И он говорит, что типа ему тяжело, ему говорят, ему надо есть там типа 8000 калорий в день. И он говорит, типа, ну я просто прихожу и там типа ем, это тяжело, но как бы типа это моя работа. И люди фоткаются. Потому что, ну его нельзя не заметить. Он мало того, что прикольный, он еще и такой супер заметный. Ну как бы, с одной стороны, да, это мой дар и мое проклятие. Кто смотрел Стриперелл, помнит? Присесть. Я уже сижу. Послушайте, это не просто битва. Если мы проиграем, наши крикуны оставят нас. Наша экономика затрещит по швам, а наше общество... Если мы проиграем, наши крикуны оставят нас. Смотрите, сидит это рядом с Кристопсом Порзингисом, сидит Марк Кьюбан. Как раз он вот изображает бабушку Тирал. Не очень понятно, почему именно он. Как бы кому-то надо было исполнить эту роль. Почему-то выбрали Марка Кьюбана. Хотя он такой, ну, он такой классный. Не знаю, может, что он классный. Могли бы, на самом деле, Стиву Балмеру дать, владельцу Клиперс. Он тоже, мне кажется, очень хорошо подходил бы на эту роль. Но вот решили Кьюбана почему-то так сделать. Может быть, за ту историю с Коби Брайантом. Не знаю, когда Марк Кьюбан перед игрой с Брайантом сказал, что, типа, Лейкерс надо было амнистировать его контракт. Коби сбросил на него там типа 50 или 60 очков там на Даллас, и потом в Твиттере написал просто два слова: амнистируй это. Это было очень круто. Наша экономика затрещит по швам, а наше общество, которое сформировано исключительно на интересе к баскетболу, рухнет. Когда вы это осознаете, мы будем на грани вымирания, как снежные люди хоккейнии. Снежные люди хоккейнии. А вот в той книжке, которую вот изначально там принес Брайан Уикерс показать, там, где написана история баскетбола, там было написано про то, что в какой-то момент присоединяется Канада к НБА, да, и как бы, ну, присоединяется Торонто, там, не только Ванкувер, но и Торонто, и что как раз в основном там были замерзшие люди страны хоккейния как раз. И вот, типа, здесь такая тоже отсылочка про хоккей. Не, как снежные люди хоккейнии. Что ж, вот официальный выбор рыцарей круглого мяча Медиадели. Король Джеймс. Сэр Уордл Стефан Карри II. Сэр Энтони Дэвис. Сэр Энтони Дэвис. Сэр Джеймс Харден. Сэр Кавай Леонард. Сэр Джейсон Тейтум. Сэр Руди Гобер. Сэр Лука Дончич, сэром Дейл Лиллард и сэр Джоэл Эмбит. А также вместо травмированного сэра Кевина Дюранта и сраженного Яниса Антетокумпо, Никола Йокич. Эй, да, Дом Наггетс, мы сделали это! И, наконец, разыгрывающий, низкорослый и зачастую противоречивый, но невероятно находчивый сэр Крис Пол. Вы шутите? Это нелепо! Как вы смеете? Вы серьезно? Я художник! Я знаю, что многие из вас не очень счастливы и оскорблены, но нам нужно двигаться дальше. А где эта большая битва будет проходить? Предлагаю отвезти их до возвышенности в холмы Денвера. Денвер? Я думаю, нам нужно сражаться за пурпурно-золотых. Замечательное место для великого супердома. Я никогда не надену эти цвета! Мы должны сражаться в Хьюстоне! Ни один дом не олицетворяет современную игру лучше! Век тактических сражений! Нет, ни одного шанса, что я буду этим заниматься. Ну, естественно, Крис Пол, тем более как глава профсоюза, тот чувак, который, ну, как бы многие вопросы решают, чтобы сами игроки НБА себя чувствовали хорошо, они, естественно, многим обязаны, поэтому как Крис Пол скажет, так и будет. То есть, как бы, Леброн и Крис Пол это чуть ли не самые вообще влиятельные люди в NBA. И после того, как Харден выпер, да, Криса Пола как бы за пределы Хьюстона, отправил его в Оклахому, откуда Крис Пол хотел свалить и забрал себе Вестбрука, естественно, Крис Пол такой, типа, нет, блин, Хьюстон, я еще вам еще надеру жопу.
заниматься. Мы не... Нет, ни одного шанса, что я буду этим заниматься. Мы не поедем ни в одно из этих мест. Место битвы уже было выбрано. Она пройдет в месте, с которым будут согласны все. В месте, где мы снизим риски, потому что там мало фанатов, и они застряли в прошлом. Потому что... Это Дуайт Ховард сидит, да, на заднем плане? Вот это, с таким. Ну, то есть спереди, я так понимаю, это Демари Кэрролл, а на заднем плане сидит вот, да, перед Марксом Смартом. Это Дуайт Ховард такой, типа, улыбки. Вот. Типа, задача Дуайта, да, и, соответственно, молчи, улыбайся. То есть улыбайся и улыбаемся и машем, что-то подобное. Там мало фанатов, и они застряли в прошлом. В доме с историей защиты. Но что более важно, вместе, чью рыночную стойкость мне хочется проверить. Сегодня мы отправляемся в Сиэтл. Я еще не смотрел последние две серии, как раз я хочу посмотреть их вместе с вами и как раз вот пережить вот эти вот эмоции, чтобы это было так вот, ну, максимально, наверное, как-то гармонично, специально поэтому не смотрел, подготовил для выпуска. И как бы, ну, Сиэтл посмотрим, на самом деле, смогут ли еще добавить, хотят все-таки добавить уже 31-ю франшизу, да, 31-ю, потом 32-ю наверняка в Лас-Вегасе, почему бы и нет. В Лас-Вегасе уже и хоккей есть, и футбол есть американский, как бы, и баскетбол, может быть, появится. Но для начала надо проверить действительно Сиэтл, где фанатская база какая-то есть, там, конечно, есть сложности, потому что оттуда не просто так уехали. Но, окей, окей, посмотрим. В общем, по-моему, очень неплохая вторая серия, я надеюсь, что третья и четвертая получатся шикарными, ну и призываю вас. Тем более, что если вы досмотрели до конца, как бы сказать спасибо пацанам со Skyhook, которые это переводят, переводят очень качественно, и даже игру слов стараются переводить, что, ну, очень сложно на самом деле. Так что, спасибо за внимание, и давайте в скором времени посмотрим третью серию вместе, будем обсуждать и ждать возвращения сезона NBA, уже вот меньше месяца остается, прям с нетерпением. Пока-пока.